Падай, Христенко, отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное шитье. Дамы, всем добрый день. Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас вторник, очередной лоскутный эфир. И сегодня мы разбираем ошибки, которые вам не нужно допускать при создании лоскутного одеяла из панели. Итак, вопрос первый. Можно ли шить лоскутное одеяло из панели? Вы знаете, Маяковский сказал, послушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Я думаю, что если панели выпускают, то значит, это кому-нибудь нужно. Итак, панели. Посмотрите, здесь у нас очень нетипичный случай. В центре одеяла большая панель размером 110 по ширине на 135 по высоте. Вообще панели бывают разные. Они бывают большие, средние и маленькие. Большие панели – это панели размером примерно 110 на 60, 110 на 110 и 110 на 135. Ну, это самые частые случаи. Средние панели – это панели размером примерно 35 на 35, ну, или с отклонениями, 25 на 25 сантиметров. Ну, а все, что в районе 15 сантиметров, относится к мелким панелям. Ну, то есть есть 15 на 15, 8 на 8, есть даже 5 на 5 панелечки, очень всякие разные панели. Итак, одеяло из панелей шить можно. Но если мы шьем одеяло из панелей, то центр одеяла, вот этот, у нас с вами получается цельнокроенный. Ну, то есть мы фактически не режем здесь ткань, мы просто берем готовую панель и работаем с ней. Пример одеяла с большой панелью, которую мы шили раньше, это одеяло «Туман на озере». Вспоминайте, пожалуйста, да, вот у нас было такое одеяло. Ну и вот у нас одеяло, называется оно «Волшебные медведи». И сейчас давайте посмотрим, как избежать ошибок и косяков при сборке в целом одеяла. Ну, во-первых, у нас с вами должен быть закон равновесия. То есть, если центр одеяла у нас цельнокроенный, а вот это все у нас одна панель, мы ее, когда пришивали, она у нас, конечно, стала размером поменьше. То есть, у нас вот здесь 105 сантиметров, а по высоте у нас получилось, ну, не полных 130 сантиметров. Ну, давайте для простоты 130. Здесь у нас с вами достаточно сложная кайма. Почему сложная? Потому что вы видите, что здесь в верхней и нижней части одеяла пришиты блоки, очень сложные в исполнении, ну не очень, но сложные в исполнении обезьянья лапа. Как рассчитать размер каймы и расположение блоков на ней? В данном случае мы пользуемся законами золотого сечения, но исходим из размеров нашего одеяла, а они вот в данном случае, в данном примере, у нас были очень строго заданы. Это одеяло для очень высокого худого мужчины, и он попросил размер 165 на 230 сантиметров. Соответственно, мы с вами кайму слева и справа и кайму снизу и сверху будем считать отдельно. Каким образом? Например, считаем кайму слева и справа. Нам нужно ширину 165 сантиметров. Я добавляю 5 сантиметров на всякие припуски, допуски, на то, что оно ужмется. Ну и схожу из принципа, что большое не малое, как говорит пословица. Ширина вот этой панели у нас с вами 110 сантиметров. Ну а в готовом виде она у нас будет 105, потому что здесь обрезаны, ну, соответственно, кромки и так далее. 165 минус 105. У нас получается 50 сантиметров. Ой, извините, 60 сантиметров. Соответственно, у нас 60 сантиметров приходится на всю кайму. Но поскольку у нас две части с этой стороны и с этой стороны, мы 60 делим пополам и говорим себе, кайма должна составлять 30 сантиметров. И вот тут уже нам понятно, как делить по золотому сечению. Первое. Мы эти 30 сантиметров делим пополам. И получается 15 сантиметров. Вот. Это ширина самой широкой части каймы. Соответственно, 15 вот эти мы умножаем на 0,38, получаем 5,7.
5,7 сантиметра. Это ширина самой темной, самой узкой части каймы. Ну и, соответственно, 15 минус 5,7, 9,3 получится у нас. Это ширина вот этой средней части каймы. Конечно, в раскрое, пожалуйста, не забывайте прибавлять припуск вашей швейной машины. Поскольку у меня припуск 6 мм с каждой стороны, то есть к кайме в готовом виде для раскроя я прибавляю по 1,2 см. Соответственно, 5,7 у меня будет плюс 1,2, 6,9, ну можно округлить до 7. Вот здесь у меня будет 9,3 плюс 1,2, получится 10,5 сантиметров. У вас внизу идет подстрочник, посмотрите, пожалуйста. И вот эта кайма 15 сантиметров плюс 1,2, 16,2. Ну, можно 16-17 сантиметров, тут уже как вам удобно, не слишком принципиально. Точно так же мы с вами делаем кайму с левой стороны. Но посмотрите, пожалуйста, на один очень интересный момент. Кайма разного цвета. Может ли такое быть? Отвечаю, да, может. Не во всех одеялах. Но почему здесь так? Потому что мы видим, что центральная панель, она в эту сторону более синяя. Посмотрите, да? Вот. А в эту сторону она более желто-зеленая. И, соответственно, следуя, так сказать, ритму нашего рисунка, мы вот и используем вот такую кайму слева и справа. Ну, а теперь что же снизу и сверху? Мы договорились, что высота одеяла 230 сантиметров. Многовато, да? Потому что панель у нас всего 130 сантиметров. Это значит, что нам на кайму сверху и снизу нужно метр. Вопрос? Ну, это как? 230 минус 130. Получается метр. То есть 50 сантиметров здесь, 50 сантиметров здесь. И точно так же, по такому же принципу, мы с вами начинаем рассчитывать размеры каймы. Что мы с вами делаем? Первое, 50 сантиметров делим примерно пополам, не примерно, а пополам. Получается 25 сантиметров вот на эти квадраты. Значит, дальше 25 сантиметров мы с вами умножаем на 0,38, получается 9,5. Это в готовом виде, ну а в раскрое, соответственно, прибавляем что? 1,2 сантиметра. 10,7. Можно 11. Здесь не страшно. Значит, и средняя часть каймы у нас составит примерно 15,5 сантиметра. Плюс 1,2. Это будет 16,7 сантиметра. То же самое вот эта часть каймы. Первая, узкая, темная. Она собирает весь рисунок одеяла в центр. Это самая светлая. Но посмотрите, она здесь далеко не белая. Как бы, да? Но она светлая, но не белая. И вот эта часть каймы, сейчас мы о ней поговорим подробно, наиболее яркая. И здесь нужно посчитать. Мы предположили с вами, что вот эти квадраты будут 25 на 25 сантиметров. Однако мы должны уложить целое количество квадратов вот в эту нашу ширину. И поэтому наш с вами расчет квадрата мы будем корректировать. Сколько у нас ширина одеяла? 165. Сколько примерно квадратов должно войти? Примерно 6. И мы корректируем величину вот этого вот квадрата. Как? Мы 165 делим на 6 и получаем 27,5 сантиметра. Вот именно такой квадрат в готовом виде у нас и должен быть на блок обезьянья лапа. Как шить блок обезьяньи лапа и как его спроектировать? Первое. У нас в курсе ремесло, ссылочка на этот урок, есть подробное описание, как шить блок обезьяньи лапа. Но вам его надо не только шить, вам надо его спроектировать под заданный размер. И сейчас посмотрите короткую видюшечку, как этот блок на размер 27,5 сантиметра спроектировать так, чтобы он выглядел достаточно красиво.
Дальше у нас с вами идет стандартная сборка. То есть о чем мы говорим? Мы к центру, к центральной панели пришиваем сначала узкий слой каймы по принципу колодца, да? Потом средний слой каймы, тоже по принципу колодца, то есть обшиваем с четырех сторон. И, наконец, мы начинаем пришивать широкий слой каймы. Конечно же, опытные граждане уже хорошо видят, что сначала мы пришиваем вот эти вот полосы каймы, эту и вот эту, пришиваем по вертикали. И только потом мы уже начинаем работать вот с этими блоками. Посмотрите, в одном месте, конечно, у меня вот остались очень красивые медведи, вот такая вот картиночка, она тоже из этих панелей. Я, конечно, заменила один блок и пришила, не удержалась. Ну, в принципе, у вас не всегда будет такая возможность. Поэтому мы шьем блоки обезьяньи лапа. Как мы шьем блоки обезьяньи лапа? Первое. Сначала мы делаем пробный блок. То есть мы шьем блок обезьяньи лапа, пробный, вот таким вот образом. Вот таким вот образом. И только после того, как мы сшили этот блок, промерили, посмотрели, что он соответствует нашим размерам, остальные блоки, а у меня их 10 штук, всего у меня блоков 12, одни медведи, один пробный, 10 блоков осталось шить. Мы начинаем шить эти блоки по точным методам, по точной сборке, то есть собираем их как на конвейере. Начинаем все 10 блоков с серединкой, сшиваем флажки, не буду сейчас останавливаться, ну, короче, шьем эти блоки по точным методам. Вопрос, только ли обезьянье лапу можно использовать вот в таких проектах? Конечно же, нет. Я вам ссылалась уже на видео. Сейчас посмотрите, это лоскутный эфир, вот этот. «Туман на озере». Там мы использовали блоки «Крейзи». Можно использовать блок «Ананас». Можно использовать блок «Русский квадрат». То есть, в принципе, можно использовать множество интересных блоков. Есть еще «Звезда», «Компас» там и так далее. Очень-очень разные блоки. «Паутина» есть. Ну вот по опыту лучше всего заходит ананас, обезьянья лапа и крейзи. Ну, какие блоки ставить, это решать вам. Руководствуйтесь всегда ритмом вот этого вот одеяла. Ну и, наконец, мы собрали с вами лоскутный топ. Мы его с вами тщательно отутюжили, отпарили, или, как говорят технологи, подвергли влажно-тепловой обработке. Что же дальше? Дальше, конечно же, у нас сэндвич. Смотрим, что такое у нас сэндвич. Сэндвич – это у нас лоскутный верх хлопчатобумажной ткани для пэтчворка. Это у нас штапель. Ну, помимо штапеля вы можете использовать тонкий хлопок, ситец. Ну, можно сатин, поплин использовать бельевой. То есть это на ваше усмотрение. И внутри у нас прослоечка из тенсулейта. Вот в данном случае здесь тенсулейт 150. Можно использовать тенсулейт 100, тогда одеяло будет еще полегче, он потоньше. Ну, а если вы хотите очень теплое одеяло, можно на тенсулейт 150 положить тенсулейт 100, оно будет вот таким вот, прямо вот толстеньким таким. Ну, тогда вам будет немного тяжелее стегать. Что касается стежки, вот здесь-то и начинаются наши с вами вопросы и возможные ошибки. Сейчас остановимся. Первое. Ну, вы можете стегать все одеяло машинной стежкой. Это есть специалисты, которые занимаются лунгармом. В большинстве случаев вы будете стегать это одеяло руками, потому что хотите, чтобы оно было мягким. И тактика стежки одеяла у нас следующая. Мы начинаем от центра и простегиваем сначала все вот эти квадраты. Если вы посмотрите внимательно, они простеганы с расстоянием примерно полсантиметра друг от друга, вот так вот, чтобы четко выделялись вот эти квадратики. После этого, после того, как простегнуты центральные квадраты, я начинаю стегать в раскол шва вот здесь. Ну, то есть начинаю идти вдоль каймы, прямо вдоль каждой каймы стегаю в раскол шва. Внимание, очень важный момент. Пожалуйста, не стегайте зверушек. Я вас очень прошу, не стегайте зверушек. Итак, я вас прошу, не стегайте зверушек, потому что как только вы начнете стегать зверушек, будет совсем-совсем ужасно. Но поскольку нам надо сделать более плотную стежку, посмотрите, какой художественный прием вы можете применить. Вот это так называемый тамбурный шов. Еще его называют петельный шов, еще его называют цепочка по-разному. Посмотрите, вот это нитки, обычные нитки меланжевые, можно не меланжевые нитки использовать, просто хорошие нитки для стежки.
можно использовать малине. И посмотрите, вот такими спиральками я простегала. То есть это соответствует ритму одеяла. В принципе, это соответствует рисунку. Ну, кажется, что это такие водовороты закручиваются. И главное, что это соответствует рисунку обезьяньи лапы. То есть, в принципе, все получается гармонично. Итак, после того, как мы сделали вот такую стежку, мы назовем ее условно базовой. После этого мы с вами делаем окантовку одеяла. Окантовка одеяла делается долевой бейкой шириной 3,5. Ну, а в данном случае, поскольку одеяло толстенькое, можно взять 4 сантиметра. Мы делаем совершенно точно так же ее, как мы делаем окантовку ланчмата. Здесь все просто, но после этого это одеяло нужно будет простегать еще раз. Ну, если вы стегаете руками, примерно квадратиками, чтобы расстояние между стежками было примерно 10 сантиметров. Тогда одеяло прослужит долго. В принципе, можно оставить и так, но хочется, чтобы все-таки вещь была закончена. В принципе, это все. Коротко повторим итоги. То есть, каких ошибок не надо допускать при стежке одеяла. Первое. Шить из панелей можно, но, соответственно, цвет каймы, да, и тип рисунка нужно подбирать в соответствии вот с этой основной панелью. Второе. Ну, второе, наверное, стежка. То есть, конечно, на такие панели можно и машинную, и ручную стежку. Если ручная, не стегайте зверушек. Третье. Когда вы подбираете кайму, вы должны корректировать размер вот этих квадратов в соответствии с размерами вашего одеяла. То есть, в принципе, я могла делать не 6 квадратов, 27,5 сантиметра, а могла сделать 7 квадратов меньшего размера, допустим, или 8 квадратов. Ну, то есть, в принципе, здесь очень большая вариативность. Ну и, пожалуйста, используйте качественные материалы при сборки этого одеяла. То есть хорошую ткань для подчерка, внутрь штапель, ну или что-то другое подходящее, ну и, конечно, тенсулит, потому что одеяло прослужит долго. В принципе, у меня все. Первое, кто с нами первый или второй раз, еще раз говорю о том, что есть начальная и средняя школа курса ремесло, и вы можете пойти туда учиться, и там есть и про обезьянью лапу, и про ананас, и про русский квадрат, и про все, про все, про все в начальной школе базовые приемы, и в средней школе продвинутые приемы лоскутного шитья. Есть еще курс цветоведения, где вы будете хорошо разбираться, какие цвета подбирать. Вот здесь, допустим, хорошо видно, да, что одеяло-то яркое, а красного-то цвета почти нет, посмотрите, да? Ну, то есть, очень грамотный посыл задал дизайнер вот этой панели, и нам осталось фактически только следовать вот этому посылу и подбирать ткани в соответствии с его предпочтением. Под видео не стесняйтесь задавать вопросы, потому что я полагаю, что они будут. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. У меня на сегодня все. Ссылка на обучение курс ремесло внизу. Всем удачного дня. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем пока. Искудное житье с Ладой Христенко. Отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное житье, лоскутное житье, лоскутное житье.